Всем привет, народ! Вы на канале Китай Велик. В сегодняшнем видео перчатки. Перчаточки, которые, ну, я, в принципе, может, даже и было видео такое. Я уже, честно, не помню. Именно эта модель была, или же, может, другая какая-то. Это фирма Lameda. Lameda фирма довольно-таки известная. Она, наверное, на одном ряду, как Santik. Потому что у них одежда и вообще в целом велоформа очень довольно-таки качественная. Я вот перчатки решил взять. Потому что на гравийнике и вообще где-нибудь на жестких, ну, плохих трассах удобно, когда вот, вот эти все вот резиновые, поролоновые или гелевые вставочки, они есть когда. Почему? Потому что они реально вот смягчают все вот эти вот, вот эту вот тряску. И вот реально удобно. И взял я, конечно же, летний, чтобы не упрели руки, не запотели, было все отлично. Так, нужно это отрезать как-то. Но вы пока ставьте лайк. Сейчас вот так. Угу. Думал, сейчас такой по-быстрому сделаю. Ага, сейчас. Ну, типа вот так. Ставь лайк. Что по стоимости? 1800 рублей. Ссылка будет ниже в описании. Так, берем, заходим, покупаем. Разные размеры. Я брал L-ку. Сейчас и проверю, нормально ли будет она. Потому что я брал по табличке. Решил я прочитать, что это вообще за материал. Что он тут внутри использует. И как написано. Написано. Подушечка сделана из... Чтобы вот правильно прочитать это. Этилен винилацетата. То есть 5 мм вот этого вот. Барахла внутри у нас тут напихали. Что это такое? Хрену. 5 мм эва. И так далее, и тому подобное. Здесь у нас что еще? Три пальца, которые за сенсор отвечают. Ну, то есть, раз, два, три. Так, ну что, пока... Блин, нормально. Я как-то один раз взял М-ку, по-моему. И они вот реально были мне маленькие. Прям у меня пальцы... Просто вот ногтями, хоть я их и подстригал, эти ногти, все равно прорезало как-то, ну. А здесь вот L-ка, прям вообще, вообще, вообще в самый раз. Так, и вот если вот взять телефон. Все, хотя не люблю. Смотрите, прикол, я, получается, и другими пальцами, там, где нету вот этих подушечек, вот. Не, да? Показалось. А как? А, подожди, вот. Вот я двигаю. Вот одним пальцем там, где вот нету. Нету. Навряд ли оно через дырочку, вот эту маленькое отверстие, как-то реагирует. Ладно. Что еще? Тянется. Смотрите. Проверяем, как вот, вот у них нарисовано. Да? Вот тянется все оно в свою форму. Кстати, логотип. Видим? Тоже он светоотражающий. Так, ну, липучка, понятно, это видно. Так, а где, где, где? Что, неужели у них нету таблички? Ну, походу, таблички нету. Тогда я могу что? Я могу только замерить вот это вот расстояние ладони. А замерю я штангенциркулем. Никогда не мерил ладонь штангенциркулем. Ну, грубо говоря, 80. Вот если вот прям. 80. То есть это чтобы вот понимали, вот насколько худая рука. И вот на 80 объем получается вот перчатка. То есть она прям вообще вот четенько, прям как вот для меня шита. Летняя, потому что видим, видим тут... Кожу прям видно. На улице, может, и лучше будет видно. И вот такая вот как бы шерстяная вставочка. Угадайте, для чего? Чтобы пот вытирать. Там с бровей, с лба, например. Просто такой вытер. Все, оно здесь впиталось. И, разумеется, иногда надо их простирывать. Чтобы вот это вот не заванивались они у вас. Так что перчаточки прям вообще самый раз. Так что советую. И еще сейчас дальше я покатаюсь. Как оно вообще по ощущениям будет, по удобству. Так что
Ай, момент. Перчатки. Перчатки лето, вообще лето. И скажу так, я уже сколько проездил, не знаю, сколько там, 10 километров, там 9, да? Блин, ну реально, в них офигенно, почему? То есть вот эти 5-миллиметровые вставки, это как 5 миллиметров подвески. Потому что реально, вот они вот насколько выступают, но на них настолько удобно перчатки ложатся, на и грипсы, и вообще в целом вот на вот эту вот подушечку, на вот эти вот, то есть когда вот держишь, то есть вообще прям мягенько, как я не знаю что. И в них, блин, относительно не жарко, вот честно. Сейчас на улице на солнце может плюс 30, на солнце, в тени там 26 может уже. Ну а так в целом вообще как бы перчатки мне нравятся. Да, они может дороже, чем надо бы, да? Но посмотрим, как они по носостойкости будут, потому что подобные у меня были перчатки от Rock Brass, по-моему, тоже с такими же типа вставочками, но они у меня быстро ушатались, но они на размер меньше были, там S-ка, по-моему, была, и пальцы просто повылазили. Если я найду сейчас фото или видео, вставлю, покажу, что с ними стало. А так, в целом, ну, по дизайну они чуть ли не один в один. Просто эти, может быть, должны быть по качеству лучше. Как они проявят себя через время, ну, мы посмотрим. Но так, пока доволен. Ссылка ниже в описании на них. Вот эта фигня, кстати, светоотражающая. Так что ставим лайк, подписываемся, жмем на колокольчик. Вступаем в группу ВК, Яндекс.Дзен, Телеграм, вообще везде-везде. И все. Поехала дальше. Всем спасибо за внимание. И все. Кстати, вот я сейчас вспотел, я взял и вытер. То есть вот это вот шерстяной хренью, реально вот с бровей взял, вытер пот. Все, мне теперь легче. Так что всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться, ставить лайки и пока.